Кировском районе Саратова сотрудниками полиции раскрыт грабеж в магазине косметики. Добычей злоумышленника стали два флакона туалетной воды. Преступление было совершено днем в одном из супермаркетов товаров для дома и косметических средств. Продавец заметила, как неизвестный взял два флакона туалетной воды и попыталась задержать его, но мужчине удалось скрыться. Ущерб от действий злоумышленника составил 9 500 рублей. Оперативниками уголовного розыска подозреваемый в грабеже задержан. Им оказался безработный 34-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.